Всем привет! С вами снова Шарк. И мы продолжаем проходить игру Dead Space 2. Сейчас мы направляемся в солнечный кластер. Нам нужна энергия. Много энергии. Ой, берите туда грязный рот. Давайте сейчас посмотрю, сколько у нас там вещей лежит. Знаете, нам нужно больше зарядов для рюкзака. Ого, полезно с возможностью. Итак, теперь резак у нас просто просто выжигает. Прямо горячий предмет. Покруче пирожков ваших. To a snag. It looks like the docking pod that runs through the solar array is floating at the bottom of the shaft. That figured. Ah, don't worry. I can fix this. Let's go outside to have a look. А теперь, знаете, отсюда отличный вид на Сатурн открывает. He's doing. Can you hear this shit? He's hallucinating, Ellie. It's part of the sickness. This is going to be. It already is. Just keep moving. It's
Ну что, поехали. Знаете, в таких местах, когда слишком тихо, надо готовиться к тому, что какая-нибудь гадость отсюда все же вылезет. Вопрос. Да, вот. Собственно, пора гасички. Ну это мы посмотрим, что пойдет ли он. И... Нифига не подумал. Говард Филлипс, судя по всему, вы еще долго не сможете ходить. Вечность, например. А что у нас тут за сообщение? Личный журнал. Говард Филлипс. Запись 302. Я хочу вернуться домой. Анти утверждает, что не получал ответ на мои запросы о мой запрос о переводе. Он уже был пятый по счету. Как? Как такое может быть? 5 запросов и ни одного ответа. И кто-нибудь вообще получил? Прочитал? Неприятно признавать, но здесь я чувствую себя как никогда одиноким. И это начинает влиять на мой разум. Единственная хорошая новость заключается в том, что мою просьбу о доставке все же решили удовлетворить. И они прибудут уже сегодня вечером, как заверяет Анти.
Но я уже не верю всему, что она мне говорит. Я ждал этого так долго, что теперь не могу избавиться от сомнений, что мне действительно позволит привести сюда своих птичек. Время покажет. Вернее, сегодняшний вечер покажет. Действительно, сойти с ума от одиночества этому человеку. Изгубило его совершенно не то что. Анти, ты ничего не перепутал? Он немного мило. Настолько не. Ну не то что сказать, он двигаться сам не может. Но, видимо, для тебя это мелочь. Мелочи не стоящие понимать. Личный журнал, Говард Филлипс. Запись номер 466. Я пытаюсь держаться от интерфейса Анти так далеко, как только возможно. Не хочу более слышать ее оправдание насчет проблем с доставкой моего груза. Всякий раз, когда я спрашиваю о нем, она начинает нести какую-то синтезированную чушь. 23 запроса. Я отправил 23 запроса и не получил ответа ни на один из них. Я знаю, она лжет. Она никуда их не отправляла. Впрочем, я ей все-таки показал. В обеденное время я выпустил из клеток всех своих птиц. И они летали вокруг, свободные и счастливы. Это было прекрасно. Как бы я бы хотел быть одной из них. Анти прочитала мне лекцию о правилах проживания и намекнула на ненормальность моего поведения. Плевать. Я танцевал с птицами весь день. Я люблю своих птичек. И я хочу домой. Что можно сказать? Уроды тут одни работают в этом правительстве.
уроды и клинические идиоты. Ты же гадина. Давай, удиви меня. Но я жду. Где-то там никого. Да, с ним еще и среди палец. Блин, ну, уйдем. Итак, для модификации языка стало что-то вкусно. Но, по-моему, немножко переборщил. Увлекся. И не оставил одного узла себе. Где-то я уже слышал про «сдавайся» и прочее. Ой! Прости, Айсу. Гады, еще и тут шкафчик. О, ставьте хаос, узел. Нет, гадина, я тебе не дам идти. Да, положение более чем. Ладно, давайте отключим нам воздух.
Confirmed visitor. Mainframe. Спасибо. Initiating system lockdown. А вы действительно думаете, что вас блокировка спасет? Вопрос, вот просто объясните мне, человеку ни хрена не понимающему в этой всей магии идиотизма. Какую, что они там такое поставили, нахуй? Неужели игра в богов это такая штука, которая, ради которой стоит нарушать законы? Запиши меня паранойком, но я не пойму. Не пойму и не прихи. Ай, вообще было ставить. Ну что, компьютер, чувствуешь то, что люди называют страхом? То, что твоим внутренним инстинктам нечет. Ну да, нахуй еще инструмент. Боишься ли ты? Ладно, давайте теперь постреляем. Па!
functions offline. Lockouts offline. Creation reverting to manual operation only. Anti offline. Вот так. Охренеть, какая-то. Now I have to realign them manually. How strong? See for yourself. No, I'm not ready for the needle again. You have to let me out. I can't breathe. Strauss, what's wrong? Ellie! He's waiting for me. Бедный Strauss, его замучил этот мир. Последняя птичка. Ну, хоть батареи. Ой. Давайте теперь прочитаем, что он написал. Личный журнал. Говард Филлипс.
Запись номер 497. Они ненавидят меня. Они все меня ненавидят. А я постоянно вижу их. Они сидят на жорочках, наблюдают. Даже Анти. Она ждет, когда же старый Говард Филлипс окончательно слетит с катушек и выкинет что-то наподобие того случая. Когда я выпустил всех птиц из клеток, нарушил все правила и законы. Что ж, я покажу им, что такое безумие. Я покажу, на что он готов пойти, лишь бы выбраться отсюда. И придется прислать сюда кого-нибудь, чтобы убрать эту кровь. Конечно, после этого они придумают новое правило, но я нарушу и его. Пойду прилягу, что-то я себя неважно чувствую. Собственно, это уже хроника. И честно говоря, его, как человека, мне жаль. Которого засунули какую-то хрен знает что. И они фактически измывались. Офигенно, честно, космические виды, я вам скажу. Но нас тут работенок, серьезно. Пора. Ого. Вот это мегалополис. Вон на том маленьком кусочке, то, что остался Титан. Ого, а вон и Шимура. Ellie, it looks like two of the mirrors are out of alignment. How's he doing? He's stopped hyperventilating, but I don't know how much longer he's gonna last. I knew he would just slow me down. If Strauss dies, so do my chances of destroying the marker. Keep him alive and get to that panel. Ох ты! Айс, прости. Итак, давайте сначала еще ящики тут обыщем, они могут быть полезны. Thank you.
Не-не-не-не-не, стой! Блин. Мы потеряли. Вот чёрт. Ладно, будем выкручиваться с тем, что есть. One down. How's it looking on your end? I'm trying to roll back the cover now. Strauss, can you give me a hand with this? Oh, you'll hurt me. I'm not strong enough. I promise I'll protect you. Now, just get over here and give me a hand. Here. Something covering the collector panel. Oh my god. There's thousands of them. They're breaking apart. Ellie, get out of there. Oh my god, they're heading this way. Run, Strauss, run! When the beam hit, Isaac, those things are still heading towards the transport hub. They're wrecking everything in their path. Holy shit, they'll cut us off. Get to the hub. I'll meet you as soon as I can. Before they cut us off. You'll never make it down here in time. I'll be there. I'll be there. Похоже, у нас есть один способ покатать. А теперь осталось ускориться. Итак. Давайте быстро соберем все, что можно. В магазин загоним, если надо. И в бой. У нас тут мясорубка намечается. Главное, чтобы нас не перемололи. Thank you.
Думаю, нам на этот раз нам этого хватит. Вперед, нечего медлить. Isaac, I'll try to open the CEC door on your level. Hold on. А что остается делать, кроме как держаться? Только сражаться. Так, обиденно. Shit, look. I'm giving it my codes, but it's not working. Чёрт, это гадина. Давай, Айс. Кислотника надо убить. Отлично. Немножко боекомплекта пополнили. Yes, I'm authorized for this. Oh, you bastard! Тоже это нарезка урода. There, it's open. Isaac, go. Теперь бегом отсюда. Go, Isaac, you can't stop them all. Go. Все. There. Did you make it? Shit, Isaac. Just shit. Hey, take it easy. It's okay. No, it's not. I was right here this morning with a crew of 30 people. But we were overrun. And before I knew it, they transformed. I had to cut the arms and legs off my friends just to escape. Pieces of them are still lying around here somewhere. Ellie, I know. I'm sorry. And here I am again. I've just walked one big fucking circle today. We'll get through this. Let's figure out how to meet up. Right. There's a central hub in the main facility. Here are the coordinates. Приехали. Итак, Си-и. Thank you.
Ну что ж. У нас путь один. Вперед. Итак. Мы влезли, называется, хрен знает куда. Фактически в самое логово, где этих самых некроморфов, как неизвестно чего. А все потому, что мы должны добраться в правительственный сектор. Единственный рабочий транспорт остается только там, в центре фабрики CEC. Продолжение будет в следующей серии.